Здравствуйте, дорогие зрители! У меня для вас очень важное сообщение. Завтра мы поедем в Иерусалим и будем гулять в старом городе. И пойдем также к стене плача. Если среди вас, моих зрителей и подписчиков, есть те, кто бы хотел, чтобы мы донесли ваши записки с молитвой к Богу к стене плача, то, пожалуйста, высылайте мне текст этих молитв на адрес электронной почты. Я соберу все ваши пожелания, молитвы к Богу, распечатаю все это на листочке бумаги и также положу в те места в стене плача, куда обычно люди кладут записки с молитвой к Богу. И, пожалуйста, успейте это сделать до сегодняшнего вечера, максимум до завтрашнего утра. Адрес электронной почты в описании к этому видео. Просто высылайте короткий текст, чтобы вы хотели, чтобы я скопировала и распечатала.